Здравствуйте. В эфире очередной выпуск программы «Позиции». Я ее ведущий Серёп Луганян. Сегодня мой собеседник Игорь Димитриев, политтехнолог из России, автор телеграм-канала «Русский ориенталист». Кто не читал, очень и очень рекомендую. Добрый день, Игорь. Добрый день, Серёп. Мы тут так уж получилось, что мы в Ереване встретились, недолго, правда, пообщались, но это общение оставило определенный след. Я очень хотел, чтобы мы обязательно поговорили с вами. Тем более, так уж вышло, что вчера премьер-министр, ну, Никол Пашинян, который занимает кресло премьер-министра Армении, он дал интервью одному из ресурсов, по-моему, ну, один из ресурсов армянских, не будем углубляться, который... И, конечно же, взорвал все медиапространство своим высказыванием по поводу Искандеров. Это вызвало определенную реакцию и в России тоже. Я бы хотел услышать ваше мнение по этому поводу. И для меня, честно говоря, абсолютно непонятно, почему он это сделал. На антирусском канале 23 февраля вот так высказаться, а в принципе достаточно... важном для России военном комплексе, да, как Искандер, это, грубо говоря, флагман сегодня. Почему это произошло, как вы думаете? Ну, во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что я-то кнопки пуска Искандеров не нажимал и точно отвечать о степени их эффективности не могу. Давайте объективно, мы, как бы никто из нас не знает, с какими проблемами столкнулись армянские военные, которые хотели его применить. Но в любом случае, я думаю, что применение такого серьезного оружия, оно больше имело, ну, это жест отчаяния, скорее, чем попытка выиграть войну. То есть, если война была объективным причинам проиграна, если азербайджанская армия была намного более готова, сильнее, там, просчитанные действия были на недели, месяцы вперед, то... просто нажав несколько кнопок и выстрелив из Искандера куда-нибудь там по каким-то объектам внутри Азербайджана, ну, это не отыгрывает ситуацию, это скорее даже мобилизует противника на более решительные действия. Хотя, конечно, может быть, там поразили бы там какой-то штаб, там командующих, там что-то еще, но, честно говоря, как бы я в этом плане против такого массового применения подобного типа оружия. Были механизмы, инструменты намного более эффективные, вернее, это нужно было готовиться, нужно было готовиться конкретно к той войне, которая происходила, с применением там воздушных средств, с большим количеством таких групп горного спецназа. Это, в общем, все было предсказуемо. К этой войне было нужно готовиться. Нет какого-то сверхоружия, там, Wunderwaffen, которым можно... как бы применить единоразово и переиграть ход событий. Ну, это бывает очень редко. В общем, что касается Пашиняна, никаких на этот счет иллюзий нет. Этот человек действительно нацелен, настроен антироссийский. Просто время от времени он вступает в какие-то договоренности, хотя к нему в Москве отношение очень негативное. Ну, он сам неприятный человек, этого достаточно, ну, это можно понять, достаточно посмотреть его интервью. В общем, но в последнее время в связи с большой такой протестной активностью, в связи с появлением таких фигур, как Кочерян в медиапространстве, Пашинян, судя по всему, очень нервничает и винит в своих там негативных перспективах именно Россию. Вот как бы во время интервью вырвалась такая как бы негативная сторона его. Он явно завязан на западные структуры, но мы уже много раз с вами это обсуждали. Как бы он явно винит в своих политических негараздах там и карабахцев, и Карабах в целом. Неоднократно намекал на то, что из-за карабахской проблемы у Армении, как бы Армения не получает тех перспектив, на которые она нацелена. И я так понимаю, рано или поздно такие люди, как Пашинян, пытаются привести Армению именно к тому, в общем, результату, когда она вынуждена будет слиться в едином таком, ну, неравном союзе со своими врагами, с Турцией и Азербайджаном. В общем, выдавить из российское влияние и фактор России из армянской политики, это, я думаю, как бы такая перспективная дальняя цель Пашиняна. В любом случае, она еще ему подходит чисто эмоционально.
его там не считают за человека в Москве, к нему относятся очень брезгливо, потому что, ну, как бы он явно человек не того полета, чтобы с ним разговаривали на равных. Он как бы очень такой, видно, зажатый, закомплексованный персонаж, который свои негативные какой-то опыт своей жизни, там, свои неудачи жизненные склонен перекладывать на Россию, русских. Ну, это в целом мейнстрим в грантовых структурах, к которым он имеет отношение. А что касается Искандера, ну, как бы с этой ситуацией нужно разбираться отдельно, как бы насколько это эффективное оружие. У нас сейчас в российском таком экспертном сообществе идет активная дискуссия по тому поводу, готова ли Россия к войне современной, высокотехнологичной, какие нужно подправить и дополнить какими элементами вооруженность армии. Сейчас в целом в мире происходит такой технологический рывок в сфере вооружений, когда война уже в ближайшее время может превратиться в такую компьютерную игру, где оператор управляет многочисленными юнитами, тысячами, там, десятками тысяч юнитов, беспилотных систем, каких-то воюющих роботов, да, управляемых дистанционно танков и кораблей. И война таким образом превратится, да, действительно в такую высокотехнологическую игрушку, ну, ставкой в которой, конечно, будет человеческая жизнь, но этот технологический рывок явно изменит картину, рисунок войны. И сейчас у нас активно это обсуждается. Готова ли российская ВПК к этому рывку? Не готова. Что нужно подтянуть? И вопрос тут только не только в Искандерах, а вообще в подходе к, как бы, разработке и применению вооружений. Но касаемо вашей ситуации, я не уверен, что это прям такое решающее слово за Искандерами было. Захар. Игорь, возвращаясь к интервью Пашиняна, вы говорите о том, что, ну, его где-то из равновесия вывело то, что в медиапространство ворвался достаточно активно и объявил о своем участии в выборах Роберт Кочарян. Вы думаете, что вчерашнее его заявление, это связано, и антирусские настроения, которые вчера были показаны, это связано именно с Кочаряном, это нервный срыв, или же это продумано, выверено, выставленная позиция именно вот 23 февраля, именно на эту тему, именно на этом канале? Ну, я не настолько знаком с вашим, вернее, лично я не знаком с вашим Пашиняном, вашим премьер-министром. Я не знаю, насколько он такой человек, значит, злопамятный, но насколько я понимаю вообще в целом ситуацию, он предполагал удержаться у власти, как-то перетерпеть эти протестные моменты, пока активность снизится, пока людей не заполнит фрустрация после такого эмоционального всплеска, эмоциональный упадок. И предполагал, что русские, ну, или там, Москва поддержит этот ход событий, ну, как, в общем-то, и сделал заявление Путина, потому что там Пашинян мужественный человек. Почему Москва заинтересована в нем была? Чтобы сохранилась определенная, ну, как бы, закрепились те договоренности, которые в Карабахе были сделаны, чтобы это не превратилось в очередной этап войны. И в этом смысле Пашинян был каком-то гарант того, что, как бы, этого обострения не произойдет. И об этом заявляли и оппоненты из Азербайджана, Турции. Значит, они воспринимают Пашиняна как гаранта своей победы. Да? Но фактор Кочаряна изменяет ход событий, потому что Кочарян явно более весомая фигура, и если он выходит в политическое поле, то Пашинян явно не сохранится на посту руководителя, невзирая ни на какие договоренности. Он просто намного более серьезный, тяжеловесный персонаж Кочарян, чем Пашинян, он явно его выдавит из политического пространства. Это вызвало, судя по всему, очень эмоциональную реакцию Пашиняна, отказ от, значит, всех там договоренностей или там что-то еще. Он там отказался от проведения, да, досрочных выборов, насколько я знаю. И как бы это такой эмоциональный взрыв, где он решил идти, значит, на обострение.
ну, насколько я эту ситуацию вижу со стороны. Давайте посмотрим на ситуацию совсем со стороны. Да? Абстрагируемся, что я живу в Армении и армянин, вы живете в России, вы с точки зрения России на многие вещи смотрите. Можем вообще абстрагироваться и со стороны посмотреть на ситуацию, которая сложилась в Армении. Может ли быть так, что Армении правильно все-таки не зацикливаться только на России, а посмотреть и на другие страны, на другие блоки, которые могли бы стать гарантом безопасности Армении? Если, говорю еще раз, абстрагироваться от всего, это вообще возможно или нет, на ваш взгляд? К России, конечно, есть масса вопросов у Армении и у армян. Ну и более того, не только у армян, у русских есть масса вопросов к России. Насколько государство Российская Федерация отвечает интересам русских народов? Да? И далеко не только вопрос в армянах, которые тоже имеют как бы претензии по поводу того, что там какие-то ожидаемые там, там поддержка не была оказана и так далее. Это, ну, большой вопрос. Но, учитывая вашу ситуацию, очень сложное соседство, да, скажем, мягко, да, и исторический опыт с явными геноцидами, там, истреблением там, народа почти полным, играться в такие эксперименты очень сложно, потому что не раз уже оказывалось в истории, когда эти гаранты, ну, Британия в свое время, или вот в недавнее время вы старались наладить отношения с Францией, когда они, поддержав Армению на словах, в реальности никаким действием каким-то конкретным не приступали. Для чего это делается этими державами? Они участвуют в местной политике, поддерживают все стороны конфликта, а потом эту поддержку конвертируют в какие-то выгоды, там, может быть, на другом фронте. То есть можно поддерживать Армению, а потом слить ее в обмен на там, какие-то контракты в Ливии нефтяные. Да? Как, в общем-то, и чаще всего происходит. Франция там, и Азербайджан занимается контрабандой САКАР, в частности. Такая компания занимается контрабандой там, нефти из Ливии. Там, французы тоже имеют в Ливии свои интересы. Они столкнулись с Турцией. Вот кто может гарантировать, что даже Франция не разменяет Армению на какие-то конкретные выгоды там, да, финансовые, бюджетные, экономические. А ставкой в этом смысле будет судьба целой страны. Поэтому это вроде как нужно диверсифицировать, нужно поддерживать, тем более учитывая лобби, которые есть у Армении в этих странах, ваши диаспоральные. Но в какой-то момент это может оказаться сыграть очень злую шутку, когда будут, рассчитывая на какого-то далекого посетителя, вы можете проиграть страну вот на месте. Это очень обманчивое явление, тем более, что и на Западе, в общем, не так все просто. И какой-то конкретной последовательной политики они такой национальной не продвигают. И в этом смысле можно себя самих обмануть, будьте очень осторожны. Давайте посмотрим на несколько лет вперед. Российские миротворцы, которые расположились в Арцахе, у них мандат на 5 лет. После которого любая из стран может сказать, что все, спасибо, всем спасибо, все свободны. И вот, например, просят российских миротворцев уйти из Арцаха. Как вы видите в этой ситуации развитие событий? Согласится ли Россия потерять вот этот опорный пункт, который сейчас у нее есть? Если да, чем это может обернуться? К сожалению, Россия уходит с многих позиций и в течение уже последних лет 20 ведет такие арьергардные бои, уступая свою зону влияния в разных местах или иногда огрызаясь, как в случае с Сирией, да? Перехватывая инициативу, но опять же очень как бы, сложно удерживает эту зону влияния. Но Карабах в этом смысле момент принципиальный. Его это сложно решить на уровне международных там, каких-то договоренностей, согласований. Сложно добиться его признания, особенно в нынешнем положении. То есть до войны еще можно было рассматривать этот вариант. Сейчас, когда азербайджанцы, турки почувствовали вкус победы, вряд ли они пойдут на компромиссы, признавая статус Карабаха. Это очень сложный вопрос, который завязан в целом на корректировку российской внешней политики. То есть Россия, чтобы определить ценность какого-то отдельно взятого места, Карабах, да, должна определиться со своими векторами внешнеполитическими.
потому что долгое время несформулированность, неопределенность этих интересов национальных и векторов внешней политики приводит к тому, что никакой конкретный вопрос нельзя привязать к осязаемой почве. Я не знаю, но понимаете вы, что я имею в виду? Но для того, чтобы понять, зачем Россия армяне, нужно понять, зачем Россия русские, или вообще, зачем она Россия это нужна. Исходя из этих целей и задач, выстраивать отношения с дружественным народом. Я хочу объяснить, что я имею в виду. В 19 веке, когда Восточная Армения, нынешняя Республика Армения, территория попала в состав Российской империи, российскими властями армяне воспринимались, большую часть там, истории, как ставленники на Ближнем Востоке. То есть, учитывая то, что Россия собиралась двигаться на Ближний Восток, отбирать там, турецкие территории, и иранские территории, не собиралась останавливаться на достигнутом, постепенно продвигаясь дальше на юг. В этом смысле армяне были партнером в этом движении. А многие авторы пишут, что даже там в продвижении во Среднюю Азию при любой части военной, при генерале русском, была группа армянских переводчиков, офицеров, торговцев, которые обеспечивали снабжение армии, которые обеспечивали агентурную связь на местах, которые выявляли какие-то моменты. То есть это был такой очень тесный союз. И в этом смысле русские воспринимали армян как дружественный себе ближневосточный народ, который они будут зону влияния свою расширять и закреплять с помощью армянства. Уже с определенными государственными институтами, которые интегрированы в Российскую империю. Тогда это было понятно. А сейчас, учитывая то, что Российская Федерация это скорее комплекс таких госкорпораций, у каждой из которых свой интерес, то есть можно понять, зачем продать нефть. Зачем существует вернее Роснефть, чтобы продавать нефть. Газпром, чтобы продавать газ. Росатом, чтобы построить атомную электростанцию в Турции, Это все понятно. А вот зачем армяне нужны или зачем нужны русские, если можно вместо них завести киргизов или таджиков? Это большой вопрос. И он стоит очень резко на повестке дня в России. Россия должна определиться со своим собственным смыслом своего существования, национальными интересами, и, исходя из этих национальных интересов, устраивать отношения, в том числе из Армении, с Арменией. Тогда это будет хотя бы понятно. То есть мы сможем встретиться и сказать: так, армяне, смотрите, у нас есть такие задачи. Вам они подходят? Да, нет, подходят, нет, пожали руки, вам решили. Сейчас это любой конфликт, любое столкновение интересов просто замораживает, потому что непонятно, зачем все это, кому это все нужно. Понимаете? Это очень такой болезненный вопрос. Полезны, в том числе и здесь. На самом деле такая неутешительная картина нарисована, Игорь, с вашей стороны. Для Армении ориентироваться на Россию, которая сама тоже не определилась. У меня тоже много вопросов по поводу политики российской со странами бывшего Советского Союза. Я этот вопрос неоднократно задавал. Есть ли вообще эта политика? Есть ли выстроенная история, как вести себя с бывшими советскими республиками, которые, в принципе, должны оставаться в сфере влияния, потому что очень много связывает. Но мы видим, что потеряна Украина, потеряна Грузия, с Молдовой очень серьезные проблемы, Армения на грани, и Турция прорывается в Центральную и Среднюю Азию. Прорыв Турции по всем этим направлениям не пугает эти госкорпорации, не пугает ли российский истеблишмент политически в том плане, что сиюминутные экономические выгоды могут привести полностью к полному, если не уничтожению, но то к очень серьезным проблемам внутри России? Вы слышали, даже министр иностранных дел Лавров недавно заявил о том, что Туран, все неправда, никакой Туран Турция не строит. Это очень характерно. Я не знаю, правда, это министр иностранных дел наш или ваш? Обычно говорят, что он ваш. Он, я так скажу, он наш, Игорь, он наш. Наш, да. И вот этот наш министр иностранных дел много лет не замечает происходящего вокруг. Это вызывает очень большие вообще сомнения в, не в адекватности, а в профессионализме или что-то там еще. Но этот процесс явно идет, последние десятки лет. Туран можем пощупать руками.
И согласованность действий тюркских стран, мусульманских стран мы тоже хорошо видим, прослеживаем, понимаем, как она активно развивается, и в том числе, какую она опасность представляет для внутреннего устройства Российской Федерации. Да? То есть она уже претендует на то, чтобы оказывать влияние на внутренние процессы, там, на конкретные субъекты федерации мусульманские. И что я хочу сказать, значит, о ставке потенциальной по поводу корпораций. Я думаю, что корпорации чувствуют сами эту такой натиск и напор турецкий, восходящий, и сами хотели бы в него инвестировать. Знаете, не создавать собственные как бы проекты, а интегрироваться в проект турецкий, осман. Но как бы это далекая перспектива. Я хочу сказать о методике ведения западными структурами в этом смысле дипломатической работы. Они всегда делают ставки на восходящий проект. То есть тот, который находится на волне. Вот турки на волне. Да, у них такое национальное воодушевление, они на подъеме и так далее. И они в этот проект инвестируют. Поэтому любые расклады, там, например, там, значит, они будут одновременно работать и с армянами, и с турками, скорее всего, они делают ставку на турок. Они не поддерживают проигравших, они всегда поддерживают победителей. В этом смысле это очень опасная для вас игра, повторюсь. Можно надеяться на людей, которые явно сделают ставку на турок, которые представляют просто больший интерес в экономическом плане, в политическом, там, и значит, которые готовы расширить зону влияния свои, коммуникации, инфраструктуру, которые готовы будут построить новые маршруты в Китай, которые там свяжут разные страны логистической сетью. Это очень большая перспектива и интересная в том числе экономически. И турки ее предлагают, не армяне. Понимаете? Поэтому на чаше весов турецкий интерес для западных корпораций всегда будут превышать армян. Вот в чем проблема. И в этом смысле, вы часто пример Израиля приводите, да? О том, что Израиль стал интересным штатом как партнер на Ближнем Востоке. Но Израиль сначала показал свою силу. Израиль сначала там отбился от большого количества арабских стран враждебных. И как бы сделал штатам предложение, я фигурально выражаюсь, да, что мы здесь будем смотрящие за интересами, а вы там в случае чего нас поддерживаете. Армения в этом смысле как бы проворонила такой шанс. Армения, будучи победителем в войне той первой Карабахской, 90-х годов, не стала таким вот как бы трансеттером за Кавказе. Она не стала определять, поднявшись над соседями своими, она не стала определять внешнеполитические там векторы, задавать тренды и так далее, как это сделал Израиль в свое время. То есть она этот шанс не использовала. И как бы теперь она и для тех партнеров, и для России не представляет такого большого интереса, как это бы это не обидно звучало, понимаете? Потому что те шансы, которые могли быть тогда использованы, придется сейчас очень быстро набирать. Быстро за эти оставшиеся там 5 лет усиливать армию, усиливать свою внешнеполитическую позицию, согласовывать диаспорами какие-то внешнеполитические проекты, очень быстро совершать технологический рывок, может быть, где-то даже задавать тон российским партнерам и говорить: слушайте, вы там что-то беспилотники не смогли изобрести, а у нас вот армянские наши специалисты привлечены. Кстати, я знаю многих, ни одного армянина, который занимается разработкой беспилотных систем. И как бы я знаю в России, так и знаю, на Украине знаю. Вот. И задавать в этом смысле там тренд, что у вас не получилось, как мы уже произвели. Вы там разместите какие-то частные военные компании, как бы самим участвовать со своими частями в ближневосточном конфликте. Объявите о создании армянского иностранного легиона по французским лекалам. Да? То есть сделать за эти несколько лет такой рывок, чтобы как бы для каждой страны, объективно Армения, и быть союзником Армении было тоже выгодно. То есть, чтобы это был не односторонний процесс. Армения должна показать, как минимум, в рамках своей страны какую-то единую позицию и стремление к реорганизации
стремление к тому, чтобы наверстать это. Но пока этого нет. Все, о чем вы говорите, Игорь, это возможно сделать при нынешних властях? Да, боже упаси, вы что? Ну, у меня никаких сомнений не было по поводу этого персонажа и раньше. То есть, ну, в 18-м году, или когда он там, в 18-й, да? Просто говорить с армянами об этом было очень сложно. Они все были очень, очень эмоционально там, значит, к этому относились. И говорили, да как ты можешь, там, у нас не Майдан, у нас там все совсем по-другому, мы действительно боремся с коррупцией, та-ла-ла. Ну и как бы было очень сложно объяснять людям, что, слушайте, ну вы же этого персонажа, ну как бы объективно на него посмотрите, очень понятно, очень деятельный. И вся публика, которая вокруг него, очень понятна. Они вас доведут до большой беды. Вот. Они подтачивают единство народа. Это такой как бы большевик, который заменяет ну, внешнеполитические вызовы страны, исходя из своих внутренних задач, ну, вот он должен прийти к власти, он создает внутренний конфликт внутри страны, сталкивая разные социальные группы, разные социальные классы, чисто в таком большевистском ключе. И на волне этого негатива, внутреннего конфликта, приходит к власти. Вот. Это разрушительно для любой страны. Вон в 17 году Россия так развалилась, понимаете? То есть внешние вызовы заменили внутренним гражданским конфликтом. И у вас сейчас произошло за последние годы то же самое. То есть в тот момент, когда страна должна, ну, хотя к предыдущим властям я очень негативно отношусь, я вижу тоже там аналоги в своей жизни, я видел таких персонажей везде, там и в арабских странах, и в родной мне Украине, видел этого отвратительного Януковича, и долгое время там сам был в розыске, там, значит, лишнего там ляха. И как бы и там в Молдавии, да везде на постсоветском пространстве та же проблема, что мы вынуждены выбирать между бандитами и шпионами. Но у армян ситуация намного более тяжелая. То есть шпионов им точно нельзя. То есть уже бандитов хрен с ним потерпеть можно. А шпионы могут поставить крест на государственности армянской навсегда. Вот такая штука. Игорь, я тут читал недавно статью, очень интересную статью сотрудника МИДа, советника Министерства иностранных дел России. Я сейчас не знаю, он действующий или нет. Зовут, фамилия его Ананьев. Очень интересный расклад по поствоенной ситуации в Армении. Политический расклад в первую очередь там дается. И в конце, в самом конце, когда подводятся итоги этой статьи, он пишет о том, что нынешние власти, понятное дело, практически то же, что вы сказали, к прошлым тоже доверия практически нету, если говорить о Роберте Кочаряне. И он говорил о необходимости создания новой силы, которая будет не связана ни с кем из этих и сможет совершенно по другому пути повести Армению. Ну, надеюсь, светлое будущее. Как вы смотрите на эту ситуацию? Ну, я не настолько тонко погружался в армянскую политику, но так поверхностно чисто я не видел никакой фигуры, которая может заменить. То есть чисто с политтехнологической точки зрения нужно этот сегмент умеренных людей, которые не готовы к истерикам а-ля Пашинян и не готовы как бы признавать, возвращать власть предыдущих там деятелей. Вот это, я так понимаю, довольно широкий сегмент общества, да, и его чисто с политтехнологической точки зрения надо было бы чем-то заполнить. Но как бы я вот сколько не провел там времени в там, беседах, в обсуждении, я не увидел таких фигур, которые могли бы этот сегмент занять. То есть либо не хватает решительности, либо не хватает харизмы, либо политического опыта, либо просто желания. То есть я так понимаю, ну, в целом возглавить страну в таком кризисе, как вот сейчас Армения, она находится в очень большом кризисе не только поствоенном, но и там, возможно, я там смотрел отчеты экономические, могут быть экономические проблемы в ближайшее время, и опять же следующие вызовы внешнеполитические, изолированное положение, сложные отношения с партнерами, но все это завязано так. Для того, чтобы на этот электрический стул сесть, нужно быть очень смелым человеком. Очень смелым человеком. И как бы многие, кто заявляет о своем желании это сделать, там, возглавить страну, сказать, третьи силы, они, мне кажется, лукавят и не готовы этого сделать действительно.
Тут ну, я по поводу Кочеряна свои впечатления описывал. Он такой, как бы, феодал, да, который не будет согласовывать свои действия с широкими массами, с какими-то потенциальными партнерами. Он будет наплевательски относиться к альтернативной точке зрения и так далее. Но в данный момент, в данной ситуации, такое, возможно, такой лидер и нужен, который все возьмет, всю ответственность на себя. И я тоже, кстати, сомневаюсь, что Кочерян на это до конца готов к этому. То есть у меня не возникло такого ощущения. Он понимает, что это очень тяжелая ноша. Тяжелая ноша. То есть на данный момент Армения находится в такой точке своей истории, что взять ответственность за нее и проиграть, это во всех учебниках, да, истории. Быть человеком, при котором Армения исчезла. И Армения развалилась. И то есть это очень высокий. Ты ставишь, ну, на многие поколения вперед на клеймо на себя. Вот. И такого человека, настолько смелого человека, ну, надо поискать. Я знаю, что, ну, вы активно следите за тем, что происходит в Армении, в том числе и связанное с протестным движением. Как вы думаете, каким путем пойдет это движение в ближайшее время? Есть ли у вас прогноз на ближайший месяц, ну, может быть, полтора? Ну, честно говоря, месяц назад, там, я когда был, я не видел особого там подъема, да, эмоционального. Но с каждой неделей как бы количество людей растет, накал растет. И, что интересно, ну, как бы Пашинян делает все более странные заявления. Да, ну, он вообще, я так понял, со странностями персонаж, да? Ну, и, возможно, эти его странности провоцируют как раз людей на резкие какие-то действия. Ну, то есть, как-то заставляют выходить на улицу. И вполне возможно, что он сам разжигает негатив по отношению к себе. Ну, как бы более жесткие действия полиции, да, более жесткие действия спецслужб по отношению к протестующим. И я смотрю, что накал растет. И уличная активность тоже поднимается. Хотя месяц назад еще не было видно такого, как бы, воодушевления среди протестующих. Но сейчас я, насколько я там на связи нахожусь с друзьями, они говорят, что, как бы, это дело не стухает, а наоборот даже на подъеме. Ну, то есть вы представляете себе, что этот подъем приведет к тому, что Пашинян откажется от своей власти добровольно? Ух, ну если этот человек не отказался от власти даже ценой проигрыша в войне, хотя это, как бы, был возможный путь победы в этой войне, отказ Пашиняна от власти. Мы, как бы, все понимаем, о чем идет речь. Да? Если он держался за власть даже ценой потери там целых там территорий и внешнеполитических позиций Армении, ну, конечно, сам он не уйдет. Но в целом должна во власти быть такая, как бы, ну, я думаю, что и силовые органы захватят. Тоже такое психологическое состояние, когда они просто откажутся от своего босса, откажутся от его поддержки. То есть эта волна должна захватить в том числе и силовиков, которые, ну, вплоть до того, что готовы будут уйти в отставку. Это, ну, во многих местах, когда такой ненавистный лидер при власти, во многих местах и малоадекватный, во многих местах именно так это и происходило. Когда просто отказывались от поддержки его, отказывались там поднимать дубинку, бить человека по голове ради какого-то идиота во власти. Вот на это стоило бы сделать ставку. Ну и обратиться к силовикам, что, как бы, рано или поздно власть-то сменится. И что все эти дела, там, превышение власти или там какие-то избиения, могут быть рассмотрены. То есть они же тоже понимают, что это, как бы, для них лично, для каждого из силовиков, для каждого из там руководителей полиции, спецслужб, это опасность. Да? Власть сменится, поддержка закончится. Могут тебе припомнить, как ты там где-то в каталажке кого-нибудь глушил дубинкой. Понимаете? Это уже не раз происходило во всех странах. И об этом стоит, конечно, им напомнить. Игорь, огромное спасибо. Рассчитываю на то, что мы где-то через месяц-полтора максимум еще раз встретимся. А может быть, произойдут какие-то серьезные изменения уже в стране. А может быть, и нет. Вот как раз и обсудим, что же произошло за эти полтора месяца. И я надеюсь, что вы будете также пристально следить за тем, что у нас происходит. Ну, если я не буду в каких-то диких джунглях азиатских, что очень вероятно. А я напомню нашим зрителям, что сегодня гостем моим был Игорь Дмитриев, политтехнолог, и человек, который ведет канал «Русский ориенталист». Смотрите, читайте, там много интересного. До свидания.